Нет, ну нужно вот здесь. Да, у нас. Стих памяти Галактиона и буду и перечитаю, потому что я ну, когда-то мне вспомнил. Будто ты протянул на ладони свои ключи. Притяжение его к земле едва плечо. За этой белой Слышите, служанки, собаки на лежанках и дяди на руках. И стало нам так ясно, так ясно, так ясно. На участке смыкаются достаточно плотно, а на другом остается между ними отверстие, в которое выходит много воздуха. И это такой полушепот. Субтон. О, да, да, можно назвать это субтоном. Ты нас ставь, но близкие мои, любимы мной все так же в любые времена и на любой земле. Да, кстати, это было бы
неплохо. А, вообще вы их сегодня всех еще увидите. Роман Филиппов. На сцене. Город Москва. Я не вижу Сергея Рубашкина. Сергей Рубашкин, город Москва. Я ироник, я шажок, я другой вперед. Не пытайтесь за мной глядеть. И пока под нос себе ключи. Ромашки, тюльпаны, гвоздики. Сегодня ромбыз. И мы будем счастливы. И мы будем счастливы. Выбрали одного победителя. Вот они, детство. Еще есть? Нет. Я сразу приглашаю на эту сцену художественного руководителя творческого объединения «Оазис», одну из матерей-героинь, в природе и такой бывает, Оксана Рачколик. Еще раз могу с вами поздороваться. С большим удовольствием я сегодня готова здороваться с вами с утра до ночи. Мы очень ждали, очень соскучились. Рады приветствовать вас в лучшем городе Земли. И знаете, почему он лучший? Потому что его наполняете вы своими песнями, своими улыбками. Потому что вы сюда приезжаете. И вы делаете этот город просто необыкновенным. Мы уже попробовали в прошлом году, что значит жить без обнинской ноты. Нам не понравилось. Надеюсь, вам тоже. Давайте, пусть она будет продолжаться, пусть каждый год мы будем встречаться на этой сцене.